Всем привет, с вами Нейм, и мы продолжаем играть на сборке. Итак, я уже не помню, что там я хотел сделать в серии. Немного там все распределил, у меня сломана была бронечка, я надел другую запасную. У нее до хрена, и я обнаружил то, что у нас уже 300 калмазов. Ребята, 3 стака. Я не знаю, что это за место, где я умер. Что это? Все ясно. Так, вот. Вот туда мы я хотел пойти. Вот та башенка, в которую я хотел пойти. Ребят, скоро еще на канале выйдет видосы по Warface CS. Они все отсняты, но сначала выйдет Warface, потому что они уже готовы. Два видео. У меня не будет пока что там майна. И будет Warface. Так. Ну ладно. У меня там что? Опять... Ну хватит уже, а, Майя. Ну что ты делаешь? Вот зачем? Ну что это такое, а? Как серию начинать, так нет, ему надо лагануть. Ладно, давайте побегаем. Так, как туда забраться? А, не, в принципе, забраться можно легко. Сейчас попробуем так сделать. Так, смарт-мувинг у нас есть? Есть, ну нормально. Погнали. Вот. Ух ты, ничего себе! Охренеть! Вот это вход. Что? Что? Майн, спасибо тебе. Охрененно ты просто. Так, я не знаю, сколько примерно я записываю, но сейчас у меня время 19:30. Ну, к примеру, минуты 3 есть, да? Окей. Так, уже там челы появились. Уходи, давай, давай, беги отсюда. Ой, вас там много опять. Так, я не знаю, как вы там, громко они орут или нет. У меня сейчас столько дерьма, походу, нападает с них. Так, ребят. Кое-что я забыл сделать. Блин, я что-то привык к КС-ке. И немного к ВФМ, чувствительность немножечко не та. Так, здесь поставим метку. 1-1-1. Waypoint домой. Так, это можно удалить. Не знаю, что это. Телепорт. Телепорт. Забыл очень важную вещь. Походу, я их случайно выложил. Факела. Ой, где же они? Чё, серьезно, нету? Или я их не вижу, или их нету. Ну давайте сделаем, что у нас, доски есть немножечко. Так. Чё я творю? Я просто гений. Я гениальный человек. Нахрена я сделал там херню? Так, уголь. Сколько у нас сейчас будет их? Ну, всего 24. Нет, это мало. Так, там у меня посторонние шумацкие. Это просто не пипец. Это да. Идеальная просто серия. Ё-моё. Просто переснимать я уже не буду. Так, побольше факи. Ну вот, сорокетник уже нормально. А сейчас это все сложим. Побыстренько вот так. Опа. И погнали. Так. Все прогрузилось. Надеюсь. Ну. Думаю, что да. Так, погнали по объему. Эти пока просто стоят, ничего не замечая. А куда один другой делся? Я его что, убил? Ух ты, ни хрена себе с этим. С чаркой. Ну ничего, сейчас перебьем их нормальненько, все будет. Сейчас как-то пока что мне их легко бить. Так, уйдите. А, да. Топ. Чувствительность. Привык к КС-ке и ВФ. Хоть, конечно, у меня видосы по КС-ке я там, ну. И ПВП тоже, так как у меня комп не предназначен, походу, для таких игр. Потому что я играю, у меня, подождите, звуки громкие, я слишком говорю. Вот, я играю, у меня ВФ 40 FPS.
В КС-ке 50. Начинаю записывать видео 25. 20-25. Ну это разве нормально? Вам было приятно, да, играть с 25 FPS? Это нереально. Притом запись видео идет. Ух ты, ничего себе, замок классный. Ой, зачищать придется нам его долго и сильно, потому что нас сейчас могут быстро вынести просто. Нас могут прям раскатать. Так, я сейчас аккуратненько вообще под это подхожу к ним. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты лучник, а? Успел. Их тут двое причем, блин. Ну ничего, одного подожгли, и сейчас быстренько. Раз. Вот гад, а. Блин. Так. Пофиг. А, все, их пока что тут нету, да? Ну где-то зомби рычит. Вот в майне у меня на весь экран вот нормально FPS выдает. Пока вот 20-30. Все хорошо. Так, а ну-ка возрождайся, лучник, арчер. Уйди, 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 уйди. Я тебя сейчас загашу быстренько. Так. Меч хороший вообще прочностью. Адская у него прочность прямо. Прям от бога. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не знаю сейчас, зачем я вот эту толпу сейчас сюда принес. Себе вот это походу я зря сделал, что нахрен меня все выворачивают и ад со мной полный делают. А ну странно, конечно. Подождите, ну сложность нормальная, что за бред, почему они исчезают, а мне вот интересно. Так, золотой, что это такое, золотой хлебушек? Можно его ли есть вообще? Ой, вообще этих херей выброшу. Вообще тут ничего практически не нужно нам. Так, давайте тут так. Ох ты, ничего себе. Я хочу туда пройти. Так, так. Я что-то слышу. Да, о. Ладно, я не буду сундук брать, потому что там ключ, и как-то для меня нет смысла его брать. Так, сейчас мы туда пойдем, сейчас проверю все везде. Ничего. Конечно, мне уголь вообще никак не нужен. Кристалл Вов. Нет, он мне не нужен. У меня он есть, и еще 800... прочности, так что это много. И блин, смотрите, что я тут нашел. Вот зачем. Ну вот уголь, да, еще может быть пригодится. Но вот наковальня, не знаю, давайте тоже возьмем. У нас она вроде есть, мне так кажется. Так. Мы хитрые. Ах ты гадство, а, не пролазим. Ладно. Вот ты, а. А почему? Типа тут так нельзя. Как хитро сделали, а. Ну ладно. Так, здесь ничего, ничего такого нету. Сол зачарования у нас есть, так что второй я... Ни хрена себе. Серия будет хорошая, потому... Нет, я за одну серию туда не пойду, в другой замок. А, потому что я это разделю на две серии. И вот это и все, я думал, там что-то будет эпическое. Нахрен не надо. Ну, просто мне как бы факелов хватает. Ты чё? Так. Сейчас дойдем до туда, вот поднимаемся еще выше. Я потому что тут не был. Так, где-то что-то там падает, что-то происходит. Вот так оно. Вот нифига себе меч сносит ему. Я если мечом одно хп сношу. Так. Восьмеру сносим мы. А так однерочку. Ну ладно, сам умер. Ой, о чем-то думали, прикольно. Так. Ну ничего, мы сейчас их загасим. Вот у нас штаники выпали. Ненужные нам.
Там еще... А, нет, это вся схема. Так, сундук, там еще что-то есть, и они просто спавнятся. Что, как крафтится? А это... Не знаю, хороший ли шлем это или нет, но... Я не в курсе, брать это. Ну, можно нагрудник взять и шлемак. Лучше даже вот этот. Так, дальше пошли, повыше еще. Ну, нормально, нормально у нас пока все идет. Мечка, блин, как тут все ломается, а? Сколько долбимся. Ох ты ж. Вот это я, кстати, возьму. Это не стану. Вот эти еще сейчас можно покидаться. И опять повыше. Ага, она даже поджигает. Ну пусть он дойдет до меня, и сейчас он... Ой-ой-ой. Подожди, я... Мне показалось, просто я промахнулся, и стрела сама попала. Ой, сейчас пропрыгал, они сейчас там заспавнились. Интересно, какой эпик вверху? Почему так, такая башня огромная? Вот, уже до крыши добираемся. А почему ему пятерочку сносим? Ну, неважно. Сейчас его загасим. Так, ну давай, сейчас его под верх пацана подкинули. Опа! А хрена с два? Ага, ударишь меня. Хрена с два. Уйди. Уйди, я сказал, мне все под контролем. Так, что здесь? Ничего хорошего. Так, факела. Ну, он жрать захотел. Ну, ничего, мы сейчас отбежим, пожрем. Вот так. О, еще подождем, давайте. Оп, оп. Все, я же говорю, очень быстро сейчас мы с ними будем справляться. А, это такой скелет был на кот. Ох ты, ничего себе! Вау! Вот это да! Вот это да! Нифига себе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ощущение, что меня сейчас зомбари загасит. Ой, там еще босс у них. И он выбрал... Подождите. Магнит врублен, все хорошо тогда. Гасим, 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 гасим. Так. А, блин, а. Херня-то какая, а. Ах, говно. А, нет, нормально. Да уйди ты. Когда и вынести. Ага. Гата. Все, наконец-то. Так, там уже просто темнеет. Ох ты, ты с чем? Уйди, 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 уйди. Мне просто показалось, кто-то меня сзади толканул. Ну ничего. Прорвемся. Ага, ага. Подхватил я тебя. Я думал, начнет первый это. Ну, тут сейчас легко его в угол зажали. Так, ладно, я заберу эту косу. Она, наверное, хорошая. А вот эти сейчас херни, я их просто выложу. Уйди, ах ты гад, а. Поджег меня. Уйди это. Ах ты гад, а. Попадает. Ну ладно, на. Вот ему. Ха-ха-ха. Так, поедим сейчас картошки. И вот это сейчас мне не очень устраивает, потому что крипанов много. Не можешь подорваться. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это самое мне не нравится. Блин. Ну взорвался. Ну ты как? Я ж далеко была. Бронька выпала. Сломанная. Очень много опыта пособрали. Ва, классно. Ва, там что-то такое хорошее. Блин, зря я прям так на него резко вышел. А, так, нагрудник, меч. Херню вот эту все возьмем. Прям это очень надо. Так, сейчас говно сбрасываем.
Так, говняшку прям сбросим. Ой, зельки я оставлю. Зельки нам нужны. Чё эти зельки что-то делают? Они телепортируют его или куда-то откидывают, что ли? Он на меня как-то так резко идет. Опять говна набрали. Ну ладно. Инвентарь хоть почистили. Так, мы уже почти у самой крыши. Ага, тут это полублоки, сюда свет не можем поставить, так что тут не будет, не очень будет светло. Где это? Так, там вон еще крыша. Как бы сейчас мне не сорваться никуда. Ах ты, какой резкий, смотрите, а. Только дотронулся, сразу ударил мне по щам. Гад. Так, ну. Так, выбили его. Что у нас тут? Вау, вау, вау. Оп, 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 оп. Что, стрелы закончились. Блин. Так, алмазники, вы вперед идите. Ах ты, гады, нет, 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 нет. Не бейте только. Только не бейте. Ай-яй-яй-яй. Блин, успевают, а? Вон там их убивает кто-то, свои же причем. Там вдалеке алмазники долбят их. Кто? А кто меня гасит-то? Опс, опс, опс. Тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй. Нет-нет-нет, фух, фух, успел, 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 ребята, успел, успел. Ё-блин. Ай-гад, а? Ай-гад. Гадом будет, если попадет. На. Что у нас? Ничего хорошего. Погнали дальше. Так, тут какой-то сундук. Ничего особенного. Все. Можно сказать, мы зачистили. Там какая-то херня варится. Что это там такое, я не знаю. Алмазики забираем. А, еще вот эти херни забираем. Их много. Я не знаю, надо... Наверное, будет за... Что это? А, за серии взять и... Кое-что подделать. Потому... Ух ты, нихрена, он еще по нам целится. А, подыскать портал в Эндермир, потому что я его еще не нашел. Блин, а чего их так тут много заспавнилось? Их вроде мало было. Что, там сундук был? А, нет. Так, ну тут ладно, зомбяры. Это пофиг на них. Так, так. У нас же есть смарт-мувинг, да? Мы можем закарабкаться и спокойно слезть. И безопасно слезли практически. Мы вот сейчас вот эту херню перепинаем друг другу. Так, и сейчас его добьем. Откуда они берут все, можно сказать, у нас башня наша, мы ее зачистили. В следующей серии к другой пойдем. Вот там, наверное, тоже много и будет. Потому что, видите, все, нету практически. Ну, тут хрень, давайте затестим. 3 урона. А, медлительность дают. Ну, они мне нахрен не нужны. Бум! Так, я думаю, на этом все. А, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи и... Всем пока!